«Будь в форме, тренируйся с нами» – таков девиз мероприятия, прошедшего на Комсомольском пруду, где все желающие могли поучаствовать в увлекательной фитнес-тренировке, получить заряд бодрости и море эмоций. Вести здоровый образ жизни – одна из важных задач для человека, который хочет прожить долгую жизнь. Вот и ставропольский журнал «Будь в форме» организовал оздоровительную тренировку на открытом воздухе, где участницами стали активные девушки Ставрополя. Желающих позаниматься спортом оказалось немало. Просто решили организовать и привлечь молодежь к спорту, вот, чтобы наш город стал еще красивее. Энергичные упражнения под динамичную музыку участницы выполняли с удовольствием. Тренер Виктория рассказывает, что на фитнес-тренировках прорабатываются основные группы мышц – бедра, руки, пресс – все в комплексе. В итоге занятия получаются насыщенными и эффективными. Мы не могли полностью провести тренировку целенаправленно, поэтому какой-то маленький фрагмент провели ее, ну, чтобы девочки ознакомились, приняли, да, наш коллективный дух и зарядились этой бодрой энергией на весь день. Пропаганда здорового образа жизни и призыв ставропольцев к занятию спортом – основная задача ребят. Представитель команды «Будь в форме» Олеся очень довольна мероприятием и надеется, что люди начнут брать с них пример. Понравилось, мне понравилось, что пришли люди, что отозвались люди, что такие есть энтузиасты, энергичные, которые любят себя, следят за собой. Организаторы говорят, что это не последняя тренировка. Устраивать подобные мероприятия они планируют и в дальнейшем, ведь все участницы зарядились достаточным количеством энергии и позитива. Занятия спортом на свежем воздухе – что может быть лучше? Тем более с самого утра. Масса положительных эмоций – это здорово, классно. И что может быть? Какие могут быть замечания, когда ты занимаешься своим телом? Юлия Романова, Роман Солодовников и Владимир Кириллов, АТВ, Ставрополь.